На следующей неделе в Чувашию может вернуться бабье лето, сообщили сегодня в гидрометцентре республики. Но перед теплыми днями нам придется переждать пасмурные выходные. Температура воздуха начнет понижаться с 6 октября. Это будет связано с затоком холодного воздуха с северо-востока. Дневные температуры уже ожидаются в пределах 8-13 градусов, а ночные останутся в пределах где-то 5-10 градусов. И начнутся небольшие дожди. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится до середины следующей недели. Дальше северо-западный антициклон на несколько дней может подарить бабье лето. Конечно, на особую жару рассчитывать не стоит, но до 13 градусов днем и до 8 ночью столбики термометров все же должны подняться.